эти дни шел большой разговор о путях развития музыкальных культур стран Азии. Состоялось прослушивание магнитофонных записей музыкальных произведений. Интересными событиями был насыщен каждый день участников трибуны. Композиторы Казахстана принимали своих зарубежных коллег. Цветами, радостными улыбками встретили участников форума учащиеся средней музыкальной школы имени Куляш-Байсеитовой, говорит гость из Лаоса, Хан Ратавон. Инструмент представляет собой семитонный инструмент диатонического склада. It's fragile. Он очень хрупкий. I have the honor to bring it and play it for you. И мне предоставилась большая честь привести его сюда и сыграть для вас. Национальный бамбуковый инструмент кен исполняется народная песня рыбаков. Член отборочного комитета и жюри, музыковед Тран Ван Кхе. Я представляю вьетнамскую музыку. Я счастлив, что я могу принять участие в этой конференции, которая происходит в этой части Азии. И я счастлив, что мне дали возможность представлять вьетнамскую музыку не только на больших заседаниях, но и на более частных собраниях. Благодарю Организационный комитет Казахстана за то, что он так хорошо подготовил работу Международной музыкальной трибуны стран Азии.